Ну вот у нас 3,5 часа есть ТРТ. Конечно. Чек на готовность сделай. Мастер делает там чеки. Что, им дискорд скинули? Алиса, кому? Я не знаю, я тебя не видел, как ты играешь. Тем более по вагоне, я не знаю, какой у тебя там шмот. В обычке приходи на виклики гильдейские. Так. Ну что я еще не пил? То, что у нас? 8 человек, да? Клыкач, Бокрус, Шредер, Войд. Бокрус с нами в этом. Винар, Мастер, Турбо. Лу. Лу нету, и это Миро тут. Плюс чат. Ясно. Так, сейчас я им скину. С травмой. Надо бешар 2-10. Ладно, пойдем пока почистим, чё. Путались, погнали. Хилы здесь. Бузер хиляй. Иди сюда. Хилов-то нету. Ничего не очкую. На, хоп, захилил. Алис, чуть вперед. Ой, точнее, чуть назад. На этот, на уступ подойди. Угу, хорош. Выкач, не забудь, без пэта. На пассив ставь его. Так, а, блядь, шредер, сорян. Вставай, вставай. Не забудь, шредер, стяг кулаки МП5. Кулаки? Да. А. Что там того, что я в танке, тут без разницы. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. По одному не найду. Увидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Поход на цитадель ледяной короны начинается. Ну короче, если душ не будет хватать, то добьем тут первым. Хватит по-любому. У кого еще там с душами что? Мастер, у тебя? У них там это много. Угу. Больше половины. Ловушку активировал левую. Ждем. Олей, слови большого сразу, да. Перед лицом не стоим большого. Отворачивай его, отворачивай, отворачивай. Топливо забьет. Бейте через большого, он вы этот кливом зафигарите. Да иди-ка в жопу. Так, еще раз свиток сфигану. Ребят, меньше. У нас 50 бафов стамины. То есть аккуратно. Идем, стараемся не умирать. Да, не забываем боешечки в ГБ. Бля, хуёво, что у нас нет вот этой кружки. На побольше ХСБК и Рокстру. Это будет еще. Давай, Эгри.
Не забываем, играем через паука. Всегда. Ну можно весь трешахать, короче. Бля, душим бы. Мастер, ты со временем на этот, на следующую 25-ку что-то не нафармишь? Успокойся. Нафарм? У меня 200 пик. Блять, сегодня 400. Если еще целка 10-ку пойдем. Понимаешь. Геро. Это ролики все. Ну. Сколько трона разворачивай. А я у кокка не. Ну ничего, спадет. Ничего, интерес плюс в счет. Что тебе присылать? Че не знаешь, что у тебя? Просто если что, надеюсь, все мне уйдет. Фигушки. Ну, слева ловушка. Стоп, слева ловушка. А рок нету, да? Аккуратно, не закройте слева ловушку. Я не могу открыть, на. Бля. Шинка, похил рейда. Своего трона отверните. Бля, этот, как его? Притяни Алиса этого паука, пожалуйста. Чё-то РБС как-то оттачится, кокон, блядь. Да, спи, кокон. Они по-другому же не сбивают. Так, а это кто мне писал? Шамана. Эвил Рор. Эвил Лорд какой-то. Не знаю. Кто? Вы уже у ребра? Почти. Эвил Лорд. Это кто? Я уже все почти сделал. Сейчас у него вовка пролагает. Ну, молодцы, ловушку зацепили. Блять, не то прошел. Через паука. Выпорачивай. Кто там танчит? Говори там, кто там танчит. Молодцы, второй Алиса, лови Померло. Этого. Чё-то резко захотел БДК сильно. Зачем?
Не знаю. Про там бадык. Только там проблема в том, что почту нельзя менять. Я знаю, что мастер это ты агал, конечно, ну ладно. Первый я раз не агал, это Томирот был. Да? На первый раз прощен. Я сейчас, блядь, вернусь, сагрю весь трэш, нахуй, я тебе базарь. Так. Ну чё? Ставь рыбку, Войт, погнали, чё. Нужно подойти поближе. Ты, Томирот, уже в Дискорде, да? Наверное. А, хорошо. Вот тоже же хотел говорить, там и урод возьми. Так. Так. Привет. Томми, подтверждай. Нет бафа от еды, багровый. Хавай рыбу. Зачем мне рыба, у нее клык есть. О, нет настоев, эликсиров, чё? Какой-то медвей, нет, стирал, блядь. У меня есть. У меня есть. Сарчи на пол. Бузер. Бузер. МТ багровый. Чё, не можешь посмотреть, что ДК всегда МТ? Я ж думал, я хотели сказать, что МТ бузер. На полу бузера, да? Бузер что-то. Чё, всё? Нет, бузер. Бузер. О, бузер тут. Пуляй. Да пуляй. Даже не думай. Лёд. Гера. Геру бузер, блядь. Не ори, бузер Гера, давай. Надежда. Что ж ты так сразу? Турбо сальво дал. Смотрю, у меня что-то 8 КДПС, блядь. Думаю, что за хуйня? А это, короче, у меня полный отчет. Сука. Лиса, подожмись к боссу, как я сделал. Стой на месте, все норм. Да как ты что делал на так высоко? Ну что, только два РДДшника, да? Нормально. А чё это убивает все легко? Табличка. Thank you.
О, пушка для накрутки ДПС. Да? Вот, а я не пошел крестом. Кому-то надо что-то тут? Смотри, топорик нужен клыкачу, наверное. Хорошо, дис. Это мое. Че это твое? Тут на дис давай. Нихуя. Нифига там. Вот смотри. 290. За место сома танку на огромный. 291 ГП. С отсылкой я хожу ради осколков, что-то ты ебался. А, так. А кто там тихо говорит-то? Ну-ка еще раз, кто там тихо говорил? Лу говорил что-то. Не, Лу у него громко. Бля, у меня что-то... Во, нормально. Тут что-то на одну. Ну, сеть. Ачивки пошли, ничего себе. Ладно, что-то... Ничего, который раз, что ли? Может, я тебе говорил, что я не был в десятке вообще. По 50 ЕП за профа, да? Лу, иди из-под брожи. А можно будет паладином, даже ретриком, зайти на проф, чтоб потом в РС ходить? Ну не знаю, не знаю, 20к. Чисто квест паладину закрыть, чтоб в РС попадать. Ну у меня хули палос. Там ретрик есть хоть какой-то. Не заходит в игровой мир, да? Ману-то заливать некому. Ноль крестов, ноль друидов. Только Эрдру может ему залить ману. Так и Эрдру не должен сидеть по мане. Если не понял, что такое играете, играйте быстрее через станы, пожалуйста. Иначе пошёл. А чё он так мало бьёт? Как насчёт пухи, макрос есть не снять у кого-то? Нет, тут не пашет. Есть в ДБМ, чтоб снимать. Тут нету контроля в десятке вообще. Да, спи. 25 хм был вручную снимать. Говорят, ДБМ есть, который снимает пушки сам. 25 хм. Есть. Да ну блин, нахуй. Но кто-то жит не хочет нихуя кидать. Не буду пальцем показывать. Что есть. Кто-то там сзади говорит, да? И сам снимает пушки, блядь. Это древо. Это рот, походу. Это для раки, ебаных. Его вообще не слышно, ну. На, ебает, может. А он на максимуме. Правильно говорит для обоссанных нубов. Это все хуйня. А что, ты будешь сам у себя на фурике снимать по две пухи каждый раз? А зачем снимать? Шо? Ну, для того, что не всегда успевает законтролить. Так надо, чтобы есть успевали. Унику... Так надо. Но есть 2 секунды, которых можете не законтролить. Да и похуй вообще. Не все мы роботы, блин. Все. Ага. Контроль очень легко дается. Там 3 метки, и на каждую метку назначается друид. Все. Берешь 3 друида, которые не... А здесь метка не слагает. И они контролят. Понимаешь, если законтролить милика, а там 2 милика вместе стояли, они ваншотнут друг друга даже, блядь, до контроля. Если тебя зелёнку не слил, вихрь может сопротивление у... Бабл, блядь. Это всё от маски. Это всё от маски, что должны всё контролить друиды. Сопротивление, тот же шанс. Я очень много раз видел, когда друиды всё нормально контролили. Я тоже очень много раз видел, но это при том, что все занимали пушки, нахуй. То есть это для игроков, это не только друида.
пушки снимают. Я сам был друидом, у меня вихрь уходил в сопротивление, бывало такое. Что, пенетру собирать на леди, да? Это не сказки, это лапа, которая дается против. Вот когда вы в пенетру придете, тогда и подумаем. Молитва ШП то же самое. Просто так. Но вихрь она не дает сопрот. На вихрь. На циклон. Темка вроде на все дает сопрот. Лучше думайте о том, как лужу выносить 25 гер на лече. Лучше думайте, как, блядь, собрать рейд 25 гер. Хотя бы на ребро. Ну, леди-то надо драйв тоже. 10 хами, она вообще ватная, да. Там контроль на одного. А там на трех, блядь, подумаешь. Не, там даже духи будут взрываться очень часто, блядь. Кто-нибудь Старфол не сольет. Кто-то или... умирал? Паладин и каплю. Ну да, вроде нет. Ман нет только. Шредер, Турбойс, Турбойс. Ману пьет. А, так что тут можно в ДД же? Все бежим за спину босса, стоим там, ждем... А, трэш тут сюда, сука, не прибежит. Это не циркуль, блядь! Ну... Сразу видно. Человек с циркулем. Ага. Не, ну в принципе, если все и рейд станет за спину босса, тогда может и прибежит. Ну. Так, турбой, все, готовы, поехали. Мобы под боссом, да? Все, или как? Нет, заливаем слева сразу. Приверженцев, фанатика, забери. Томирот, оооо. Оооо, деф стойка, ну. Трэш заберите с рейдена. 10к только взрывается. О, моб поднес. РДДшный моб, РДД, заливайте моба. Не один. Извиняюсь, меня немножко лагает. Твое качество по нему почти не бьешь. Только турбо бьет по нему нормально. Бей босс. Где собираешься спать? А вы слева. Он справа. Центрального только поймай. Центрального нет. Фанатик. Нужно подойти. Да зачем ты плюсовал этот взломай? Кому-то там уходить надо будет. Агро. Алис. Она спать хочет. Зачем прессовать? Думала, что паладина возьмет. Ну представь, что ты паладин. Ну 25-ки она тогда будет вообще ноль. Я не понимаю, зачем мне спать целую ночь, блядь? А если не спишь целую ночь, то потом это... Держись, крепись, как хочешь. Опа, гром. Да не надо уже так добьем. Хотя можно дать, все равно. Не надо, не надо. Да, на кораблях не надо, можно дать. А мы корабли пока убьем. Ну, разве что там времени будет много. Давай, череп нахуй. Ну, хуй там, блядь.
Вот я представь, когда у меня ката уже будет четвертая на ДК, у меня там будет 4Т10. Ты считай, в целка зайду и вообще... Алиса, я не знаю, что тебе сказать. Как можно поспать? Ну, зачем ты прессовала? И кому я буду теперь когда вешать, блядь? Че, чистим этих или нет? Понял. Чистим, чистим. Че-то кипяток душ стоит. На, я что, два окна пойду, что ли? Бля. Каркач защита, но завязывает. Ну, молодец. Лиса, лови пилюлей от дракона. Чё, она уходит? Спать хочет, и всё, блин. Пускай идёт, спит. Сейчас, стоим на месте. Дракону Алис. Стой на месте, Т4 баганая. Куда ты побежал? Да, блядь, где-то. Чё там, нет никого? Конец. Вов, ЦЛК, оп, и вот танк. Чуєш? Ти, бля, не будеш іти? Я вийшов, я блоу зайшов. Здесь це тяжко закрити, а літа в 4, ну як хочеш. Куди, до вас? Да, там просто одна ушла, бля. Пать. Це психово буз. На чого, ну, зараз, на кораблі. Що? Ну, щоб не плакав, нахуй, сиди такий. Я так не сижу, я ще собі блядь іграю. Мені похуй, я міг на 25-ку йти, блядь, придурок. В мене профки є, мені похуй. Я може закрию на фул, блядь. Що закривати? Не, може бути, я закриєш на фул. Просто нужен один танк, либо не, блядь. У нас живой танк, ты танк, медведь. Я души фармлю, блядь, если чё. Чё, блядь, столько народу? Гильдии, блядь. Желающих надо. Шук.
Глаз. А да. Собаку трэш, когда убиваешь, души идут или нет? Нет. Нет. На циркуле шли как-то. Так там на этой собаке стояли, просто кашляли, души били. 3-4 часа и квест готов. Блять, что, пугай добирать нахуй, что ли? Добирать. Там же друид Энаха предлагал. Какой? Ну, Реста друид. Ну чё там, Тамирот, пойдет он, нет? Если пойдет, пусть плюсует и летит в инст. Мы подождем. У меня тут время. У нас скоро целка 25 обычку. ПРТ. Я еще прыгаю на тот корабль, нахуй. Я запускаю, куда отбежишь? Чё ты? Танком? Да да, ну а что делать, блин? Минус души, нахуй. Да минус две души? Или тут с трэша тоже идут души? Тут не идут а души? Тут нет, блин. Ты чё, туда прыгаешь? Нет, туда. Я туда. Взяли эти. Чек на АФК-то произведи. Так, я сделал, то Мирода нету, Турбойса нету. Значит, а если добивать шеймом? Не, я могу одевать, конечно, менять, но смысл нет. Не, ну добить именно шема. Ой, с граненькой. Бля, плохо. У Шредера есть танк, ёб твою мать. Так. Боюсь, Шредера спекать в танк. Да так-то пофиг. Ну чё, поехали. Подожди, блядь, АФКшут люди, куда поехали? Башц. О, друид. Чё там, друид Энх идёт? Тамирот. Пропащие люди, блядь. Да. Конечно. Дота лучше. Ну, раз он в лол играет, мы бы его и не взяли. А чё этого, лимона нету? Ой. Бля, я лгнул, во. Ну я не знаю, во сколько он просыпается, я ему написал, он в контакте его нет. В телемике, не так, маг, раздел, пушки не будет. Хорошо, все тут я запускаю. Я еще раз дам. Вот вообще за знаком вопросика она стоит. О. Нахуй, ушел я от вас. Да, Алиса кинула нас на череп. А сейчас ей 25 оп тоже ничего не надо, тоже не пойдет, наверное. Ну чё? Ясно. Мне прыгать вниз или не надо? Или я тут постою? Турбо из клыкач на дальних мобах, точнее ближних, вот этих, что будет возле борта. В пушке Шреддер. Ну и вот. Или Лу. Я не знаю, определитесь сами, блядь. Я не знаю, как вы будете мага заливать. Давай я в пушку, я милик. Давай в пушку. Блядь, сейчас, погоди, дайте мне спрыгнуть, Алё. Блядь, ты ранец взял? Я там ранец взял, так я не спрыгнул, блядь. А я, сука, его не одел на. О-о-о, он так пил.
Короче, я попрыгаю. Мне... Бери, мобов. Мобов, бери, я попрыгаю. А я тут сейчас упал. А о, кто взял ранец ну... из вас? Я по крылу взял, перебежать взял. Можно, если что. Не я надо. Пробовал только что упал. А как лучше? 1-1-2, либо ждать рагу? Один до конца и два. До 90 стакать. Рагу. До конца. Заморозка прыгнули, убили. Он, блядь, кого так убивает. Ну он там турбо один сейчас зальет, блядь. Не стреляйте, пожалуйста, по дальним оружейникам. Я стреляю по правому. Кач, давай, 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 дуй. Бейте дали, они сильно бам ебашут. Угу, нормально. Ёпта, забейте мобов-то. Да нормально, раскордило нормально турбо, не надо их добивать. Так бы. Навешивай бомбу на них, да и нахуй. Сами убьют. Баяни шибут нахуй. Турбо после этого, после мага, помоги там милишню залить. Ты его долго бьёшь. Пиздец, как долго.
Ну, тут не 4 пушки, а 2. Как-то долго все равно. Избавитесь, что у нас 9 людей, ну. Ну так-то тоже. Ой, блядь, я подпрыгнул-то хоть не раз. Вообще без маны. Кто такой Леброн? Ну, больше PvP. Ну, он помогал, еще корабля. Чеснока заведу и все. С розочек только выходите, они сейчас будут почти шок. Клыкач, тебе надо что подеть? На ПВП. Да. Что-то в этот нахуй молчат. Да. Ой, пойду пока этот кофеечку налью. Ну написал мне, короче, Арамс, ну, блядь, я не знаю. У нас так много миликов. Да разницы особо-то нету, ну, блядь. Главное, что на принцов фейс хватает. На хилах будет освобожденка, но освобожденка в обычке это похуй. Чё? Говорю, Арамс Вар мне написал. Хан 259-й. Пристающий. Че? Пристающий для Лока.
Ну, либо саван. Плющ или лок? Где, блядь, соленый, когда он нужен, да? Вкусный. Угадайте, где Гуччи уже, блядь? В какой гильдии? На сопе. Да. Пишет мне Гуччи, Void в рейнде. Придай ему, что он пидор. Он написал, хуёво, я с этим пидором идти не хочу. Скажи ему, что он пидор. Вроде начало недели, 23 человека онлайн. Чё, никто в целка не хочет? Да, сейчас, секунду. Ну, походу, я ему сказал, что я РЛ. Сейчас. О, хорошо, блядь. Чё, идёт? Так, сразу говорю. Нахуй обоих замутил. Шутявает, что его нахуй будете сраться. Бля, мне ещё и лог, сука, написал. Ну, ёбаный, ёбаный. Может, я пока палок целка подведу, у нас лока нету. Проф-то нужен. Скажи, когда надо игра зайти. Бля, хочу бронированного кровокрыла. Вот, бля, хочу, нахуй. Да хуя ходишь, блядь. Мой, нахуй, анрол, блядь. Их тебе, блядь. Так, а где там смотреть его, нахуй? А посмотри в этих. Мне, блядь, не нравится, нахуй. Кому-то не нравится, мне нравится. Так что... Бронированный... Кровокрыл. Летучая мышь такая, пиздатая. Но тролль на нем, ну, орк на нем не особо, блядь, сидит, нахуй, так что... Верно, блядь. Кровокрыл, телефон. Напиши. Крикун, блядь, сука, сейчас. Напиши бронированный, пробел и КР, все. Здорово всем. Здорово. И все. Сразу он тебе найдется. Так-то смотрится прикольно.
Тик-тик-тик-тик-тик, Валька. Кто это ухнулся, блядь? Это вы с нуля идете? А, он ухлёпал. Нет, мы с сурка уже. Я ж писал, что я сурка. Собираю. Да я не читал, я просто стрелял, что вам что-то нужно. Бля, еще 39 голосов и будет какая восьмая лоялка. Да, мне что, дохуя. Че там на восьмой лоялке, блядь? Так, секунду, я что-то хотел. Ага. Крову, блядь. От поводья кристального одного долгонога дают на девятой лоялке. Что за хуйня? Задонать Бринтроллингер. Да нахрена это Бринтроллингер? Давай, Лу, заходи. Лу. Захожу, сейчас иду. Секунду. Чё такое се? Чё, ты начнёшь, я начну. Я мейн танк, я вар, мне похуй. Мейн танк. Это было забавно. Жрём рыбу. Луэр че на пул. Да лук, где рыба? Не вижу. Ой, тут? Да фигачит, я бы мог в целка подлететь. Чек сделай. Так я сделал. Ой, отсутствует. Потом будем ждать, пока буду лететь. Пало. Нет. Мы сейчас без него запустим. Да тут он, слушай. Так, кулаки обновишь, Реддер? Запускаю. А на 100 севера, у которой у Вайда силу на 60 повышает, он только для алхимиков? Алхимиков, да. Обидно немножко. Мои только 50 дают, у него 60. Посмотрим, короче. Бомжей надо будет давать или в десятки нет смысла? Для бурста можешь дать. На какой секунде он активируется? Где-то 18-17. Даже раньше вроде. Ну, кастану на 30-й. Ой, че за хуйня, бля. Нельзя применить к этой цели. Потому что он не запустился. А, у меня показывает, что уже бой идет, понял. Что я залагал жестко. Так, все нормально. Я пушку менял. Нормально. Да, да, да. Перестал повешен. Драйтесь меня, алло. Что, на тебя это? Либо? Конечно. Ох, мне нихуя не показало, блядь. Вот пиздец. Трэш слились. Геру дали. Чё за мара? Где Гера?
прикольно, дебаф можно вешать, а ну посмотрим, души дадут мне в конце или нет. А мне дебаф как бы. Босс, ты может тебя... не будешь агрить босса? Босс во мне, босс меня бьет. А мне показывает, что меня, блядь. Ну да, бывает такое, что цель типа не меняет, но... Да, бери. Ну опять такая же пуля. Показывает аддон, что он на мне, блядь, красным, нахуй. Ну, типа, сейчас сорвешь, да, бывает. Так, на мне дебаф забрал. Подождите, пожалуйста, ДПС. Ничего, он начал падать, нахуй, я не понял, блядь. Кольцо, блядь. Чё, тебе на кольцо? Чё, турбой в бой, нахуй, если бой на нём, блядь. Не знаю. Я не знаю, душу мне засчитал или нет, сука. Так, сейчас надо запомнить. Помните о чести, герои. Так, это вообще неплохое, да. Так, таспек не все, кто в ДД на трэш, да и все, нет проблем. Открыл. Валик, будем? Да. Уже бьют. Да, я уже бью. ДД спекнулся, не? Да, не, не. Сейчас еще раз попробуем дебаф повешать. Конечно, дало. Сейчас. В чем? Сука, душ дало. Да я не помню, я не посмотрел, блин. Дает. Если менять пушки. Ну ты долго будешь развешивать так-то. Так что спекайся,
не убегу вас. Да я недолго буду развешивать. Мне изи, нахуй. Один скилл нахуй развешивать на всех. Гром справа. Погоди. Сейчас Валю вторую зацепим. Пожалуйста. Здесь хотя бы запу упадут с Валис. О, развернись. Чего, блядь, живительные дожди, кто делает-то нахуй? Не запусти хуйвен бы еще. Давайте по Вальке быстрее. Чего вы по страшной душе это хуярите? Алло, Пукач. Алло. Ты по кому бьешь? По Вальке. Да? Тут что-то мне показалось, что по этой, по душе. Ну, залпом. А у Ер... Еще бы чуть-чуть и мы бы ее не убили. Да ну, спустя. В принцах квест есть. И он двадцатку лепит. Да что это бей, хилер? Маг по мане садится. Конечно, что садится. Бля, мне что-то видеть начинает, пизда как, но. Лута там похитки, алё. О, диспауна. Диспаун. Давай, если чё, пожим. Там бомжи ещё. Всех развесил? Там ещё один развесишь на ещё одного. Сколько же тушить, а? 289. Какой же это долгий квест. Да ну нихуя не долгий, успокойся. Когда, блядь, на посох будешь делать 2500, тогда еще скажешь. Там долгий квест. Там же они посохом тоже собирают души со всех, кого можно. Да.
О, в ГБ. Бля, там не надо напало его на хлеб. А, нас Гуч ролим. Наш роль, это значит в ГБ. Что-то там дохуя роллов, я смотрю, прошло по нему. Так, а не с гильдии человек. А, Гуч. Ролим, сроливаете в ГБ. Уешь. Бомжей лу. Не надо. Меня слышно, лу? Да. Сейчас я зайду, мне что-то с интернет. Кто? Так кто говорит? Шреда, давай это. Нет. Уешь. Это Гуччи говорит. Гуччи говорит. Дайте темно спиздил кольцо, сука. Я, блядь, лагаю, пизда. У меня дискорд не глючит. Что там говорят, надо босса забирать? А на тебе только 300, как это как? Ну что, я охуенный. Это блок, да. Уклон, наверное. Уклон, блок. Парирование. Сколько у тебя сейчас уклона с добавкой? 12%. У тебя 4-10 или нет? 4-4. Я никогда 4-10 на протопала не собирал. Даже в РС-ку, блин, КМ. Каждая минута вроде 12%. Один раз в минуту, блядь, прожимка на 20% уклона. Нахер она нужна, блядь? Сейчас захожу. Хилов там мана. Нормально?